Да. Матрица переноса через потенциальный барьер. Ну и, собственно, вопрос мы сейчас сформулируем таким образом. Вот пусть у нас есть какой-то потенциальный барьер, мне сейчас не важно какой, но для простоты пока мы начнем со случая симметричного барьера. Значит, ну вот какой-то потенциальный барьер, форма его не важна, важно то, что он имеет как бы вот плоскость симметрии, скажем, z равная нулю. Вот наша ось z. Ну и вот пусть этот барьер характеризуется коэффициентами пропускания и отражения t и r. Что это означает? Вот на этот барьер налетает волна с единичной амплитудой 1 e в степени i kz. Так, проходит волна с амплитудой t, t на экспоненту e в степени i kz, а отражается волна с амплитудой r, r на e в степени i kz. Ну и вот возникает вопрос, а как мне тогда написать матрицу переноса через такой барьер? Вот пусть мне коэффициенты пропускания и отражения, значит, t – коэффициент пропускания, как говорят, амплитудный, r – коэффициент отражения, ну, тоже амплитудный. Ну, вот как эти два коэффициента можно было бы найти? Есть ли у вас какие-то идеи или предположения? Барьер симметричный. Вот пока вот это вот важно. Потом мы вернемся к случаю, когда барьер будет общего вида. Но вы имеете в виду, чему они равны или чему равна матрица при данных? Чему равна матрица переноса? Коэффициенты ТР известны. Вот эти две буквы известны. А чему равна матрица переноса, неизвестно, и мы хотим ее найти. Ну, значит, первый элемент единиц, наверное, второй будет r, третий t, четвертый ноль. Ну, или там... Очень подозрительно. Мне кажется, что так угадать сложно. Давайте сделаем формально. Давайте скажем так, что мы хотим найти матрицу переноса, но давайте напишем уравнение, которым она будет удовлетворять. А эти уравнения мы напишем, ну, собственно, вот по той картинке, которая есть. Смотрите, у меня матрица переноса связывает нашу налетающую волновую функцию с отлетающей. Значит, у меня налетает в базисе, вот еще раз, фи плюс e в степени i kz плюс фи минус e в степени минус i kz. Значит, налетает у меня тогда единица, да, отлетает r. На это все действует матрица переноса, а проходит у меня t. А сейчас, другой... на рисунке, наверное, вы показали экспонент, где это минус должен быть. В отраженной экспоненте должен быть минус, это у меня опечатка. Спасибо. Согласны вот с этим уравнением, которое получилось на матрицу переноса? Да. Хорошо, но матрица переноса состоит из четырех элементов, а уравнение пока у нас только два. Ну вот видно, что это как бы, поскольку матрица 2 на 2, здесь два уравнения. Откуда взять еще два уравнения? Барьер симметричный, поэтому перенос в обратную сторону, наверное, должен работать так же, поэтому матрица должна быть... Ну, вы хотите, наверное, договорить, что матрица должна быть, не знаю, там какой-то такой, чтобы ее обратная равнялась ей самой, что-нибудь такое, да? Ну так, наверное, нехорошо. Ну, давайте тогда просто формально напишем. Вы правильно говорите, раз барьер симметричный, то неважно, с какой стороны падает и куда проходит. Тогда, значит, вот такая же картинка должна была бы быть, если бы у меня, смотрите, вот был бы мой барьер, уж как могу, так рисую. Отсюда налетает единица, но теперь уже, раз она налетает с другой стороны, то с экспонентой минус и kz, отлетает r на e в степени плюс и kz, а проходит сюда t, но на e в степени минус и kz.
Согласны? Раз барьер симметричный, то я могу поля просто перевернуть. И то, что налетало с одной стороны, теперь налетает с другой стороны или наоборот. Ну, я надеюсь, что это сомнений и вопросов не вызывает. Согласны? Тогда вот из этой картинки мы получаем следующее. Смотрите, тут тоже, конечно, ничего сложного нету. Если теперь я возьму матрицы переноса и подействую на такой вектор 0, t, ну, потому что слева от барьера у меня летит волна только налево, значит, вот этот только нижний элемент, то я должен получить вектор, извините, у меня вправо летит r, а влево летит единица. Вот еще вторая пара уравнений. Согласны с этой картинкой? Ну, опять же, надеюсь, что это вопросов не вызывает. Ну, тогда можно написать уже легко уравнение. Давайте один раз мы их попробуем выписать. Значит, мы пишем, что матрица переноса t – это есть t1,1, t1,2, t2,1, t2,2. Ну и, соответственно, действуем вот из первой пары уравнений. Что у нас получается? t1,1 на единицу плюс t1,2 на r равно t. Как это? Строка на столбец, да? t2,1 на единицу плюс t2,2 на r равно нулю. Так? А из двух других уравнений мы видим, что t1,1 на 0 плюс t1,2 на t равно r, и t2,1 на 0 плюс t2,2 на t равно единицам. Так? Ну вот теперь у нас есть 4 уравнения на 4 неизвестных, на 4 элемента матрицы переноса t. Ну и они в лед решаются. Вот видно, что проще начать с нижних уравнений. Я просто вижу, что t1, 2 – это есть r поделить на t. t2, 2 – это есть единица на t. Это вот я получил из вот этой вот парочки нижних уравнений. Ну а теперь я подставлю в верхние и легко найду оставшиеся элементы матрицы переноса. Так, например, t1,1 – это есть t минус t1,2 на r, то есть t минус r в квадрате на t. А t2,1 – это есть минус t2,2 на r, то есть это есть минус r на t. Окончательно для симметричного барьера матрица переноса имеет следующий вид. Ну вот общий множитель удобно вынести единица на t, и тогда получится так. t квадрат минус r квадрат здесь, r здесь, минус r здесь, единица здесь. Ну вот это просто соответствует нашим уравнениям, которые мы только что написали и решили. Поэтому если вы знаете из каких-то дополнительных соображений, что ваш барьер симметричный, и, например, коллеги-экспериментаторы измерили коэффициенты пропускания и отражения через этот барьер, то тогда вы знаете всю матрицу переноса. Вот она восстанавливается по простой формуле. Есть ли вопросы? Понятно. Вопросов, видимо, нету, но тогда остается у нас вопрос. А что теперь делать, если барьер несимметричный? Значит, вот мы разбирали случай симметричного барьера, и мы знали, что мы можем отразить как бы z на минус z, или то же самое, что мы можем переставить местами налетающие и отлетающие волны. А теперь, значит, пусть у нас барьер асимметричный.
Ну вот функцию грин можем найти для дельта барьера и потом разложить любой на последовательный. Мы же на прошлом занятии последовательные находили, как взаимодействие. Я понимаю, наверное, что вы говорите, но это такое довольно сложное действие. Конечно, мы можем произвольный барьер представить себе в качестве суперпозиции барьеров, каждый из которых будет какой-нибудь там тоненький, но более-менее симметричный. Так? Mm-hmm. Но это действие сложное, потому что мне тогда нужно сначала каким-то образом восстановить матрицу переноса через каждый маленький симметричный барьер, хотя коэффициенты пропускания и отражения через него я не знаю, а знаю только общие. Поэтому пока кажется сложно. Вот еще раз. Пусть барьер произвольной формы какой-то. Я его специально так пишу. Нам известен барьер, мы хотим узнать ТР. Нет, то же самое. Нам известно, вот экспериментаторы провели эксперимент, например. Вы взяли какой-то барьер, и вот, значит, пустили на него волну условно единичной амплитуды, померили коэффициент пропускания, этот коэффициент пропускания есть ET, и померили коэффициент отражения. И мы хотим узнать... И мы хотим узнать матрицу переноса через этот барьер. Если мы ничего про него не знаем. Ничего другого не знаем. Знаем только, что вот есть этот такой барьер. Ну, тогда ответ либо такой, как мы получили только что, либо нам нужно знать что-то про потенциал. И то, и другое неверно. Вот когда у нас были занятия по электродинамике сплошных сред, там у нас была задача про матрицу переноса сквозь неоднородные всякие слои. Вот. Mm-hmm. И там был интерес, ну, с поглощением в том числе. И там был интересный эффект, который меня до сих пор немного смущает. То, что коэффициент прохождения не зависел от того, с какой стороны, значит, это было налетание. Я не знаю, насколько это общий результат. Ну, вот мы сейчас попробуем этот факт доказать, в частности. Но пока я... А R зависел, ну, то есть с точностью R... до... Ну, да. Да, кстати, Матвей, вы все правильно говорите. У вас, значит, есть это какое-то глубокое знание. И очень хорошо, это означает, что вы хорошо слушали курс вот, электродинамики сплошных сред. Ну так давайте теперь мы вот попробуем условно этот результат получить. Так или иначе. Ну, то есть мы какие уравнения? Тот же самый результат, правильно? Если что? Мы утверждаем. Мы Нет, формула много... будет... Сейчас, Руслан, формула будет другой, но для начала мы ее сначала хотим получить. Давайте не будем гадать. Вот смотрите, первые два уравнения на матрицу переноса я, конечно, пишу сходу, это уравнения такие же, как были раньше. Матрица переноса T, ну давайте я ее сразу, не буду писать поэлементно, сложно будет иначе. 1R равно T0 или T11 на единицу плюс T12 на R равно T, а T21 на единицу плюс T22 на R равно нулю. Эти два уравнения мы получили. Как еще получить два уравнения? Чем еще я могу воспользоваться в этой задаче? Симметрии пространственной нету. Откуда я еще взять могу... взять комплексное сопряжение. Кажется, что волны заменятся на бегущие обратно. Это а что такое комплексное сопряжение с точки зрения физики? Наверное, разворот времени. Да, вы абсолютно правы. Давайте воспользуемся операцией, которая тоже очень важная симметрия. Это симметрия к обращению хода времени. И это симметрия t на минус t. Ну вот понятно, что t здесь это время, а не коэффициент пропускания. Что вот эта вот симметрия, она должна сохраняться. Ну, по крайней мере, если этот барьер, например, не магнитный. Тогда, когда есть у вас барьер, был бы там какие-нибудь, не знаю, сделанные из ферромагнетика, или были бы магнитные примеси, или нужно было бы учитывать спин, там нужно было бы, наверное, еще аккуратно поступать, потому что тогда нужно было бы учитывать то, что при инверсии времени, например, спин или магнитный момент или намагниченность меняет знак. Но у нас барьер обычный, скажем, полупроводниковый, никакой не магнитный. Про спин и спинорбитальное взаимодействие мы для простоты не думаем. Это все можно включить в рассмотрение. Но вот что будет, если я на эту картинку посмотрю на языке состояний инвертированных по времени? Что произойдет?
у нас что-то произойдет. Инверсия времени. Как меняет волновую функцию частицы? Комплексно сопрягает, казалось бы. Да, правильно. Инверсия времени приводит к тому, что волновая функция пси заменяется на пси сопряженная. Поэтому всюду, где был e в степени kz, он заменяется на e в степени минус kz. Ну, соответственно, e в степени минус kz становится e в степени плюс kz. Ну и все коэффициенты тоже заменяются на сопряженные. t заменяется на t сопряженное, r заменяется на r сопряженное. Ну и давайте посмотрим с точки зрения вот нашей волновой функции, как у нас вот барьер тот же самый. Я уж, извините, я не могу его нарисовать так же одинаково. Я произвел инверсию времени. Что теперь у меня произошло с полями? Вот, например, вот эта вот штука, та, которая проходила. Теперь во что она перейдет? Падающая. Она будет по-прежнему находиться как бы справа, но при этом t заменится на t сопряженное, да? И e в степени и kz заменится на e в степени минус kz. Согласны? Я тогда постановку предыдущей задачи не понимаю. Мы же не можем в эксперименте померить в таком случае t и r комплексные, не мерим их модули. То есть мы не можем восстановить из эксперимента матрицу t. А вы уверены, что вы не можете померить фазу коэффициента пропускания? Не знаю. Руслан, давайте так, просто чтобы сейчас не уводить в сторону, давайте мы напишем уравнение, я приведу их решение, хорошо? А потом мы вернемся к вашему вопросу и обсудим, как, в принципе, можно было бы померить фазу коэффициента пропускания или фазу коэффициента отражения. Хорошо? Просто я хочу сказать, что в отличие от самой волновой функции, коэффициент пропускания комплексный, коэффициент отражения комплексный – это наблюдаемые величины. И поэтому, значит, в принципе, их, конечно, можно мерить. Ну вот, я провел инверсию времени, значит, у меня падает с этой стороны t сопряженное e в степени минус kz, ну и понятно, что отлетает. Здесь отлетает единица, но она что сопряженная, что нет, e в степени минус kz, а тот, который был раньше отраженным, он теперь как бы стал налетать, но с сопряженным коэффициентом r e в степени и kz. Таким образом, я немедленно получаю еще два уравнения на матрицу переноса, а именно матрица переноса t, которая действует на r сопряженное единицу, дает мне 0 и t сопряженное. Иными словами, t 1, 1 на r сопряженное плюс t 1, 2 на единицу равно 0, t 2, 1 на r сопряженное плюс t 2, 2 на единицу равно t сопряженному. Вот еще вторая пара уравнений. Ну и все. Я думаю, что вот дальше я приведу просто уже их окончательное решение. Ну, ничего тут сложного нету. Я могу взять их и решить. Значит, проверьте, пожалуйста, вот, нет ли ошибки. Значит, а если не проверите, я проверю на контрольной или на экзамене. Единица на t сопряженная минус r сопряженная поделить на t сопряженное. Сейчас давайте аккуратнее перепишу, просто чтобы не мельчить тут. Вот результат решения системы этих уравнений. Матрица переноса – это есть. Единица на t сопряженная минус r сопряженная на t сопряженная минус r на t, единица на t. Ну и вот это общее требование. И отсюда можно проверить, что действительно коэффициент пропускания слева направо равен коэффициенту пропускания справа налево. Просто, значит, если мы знаем матрицу переноса, то обратная матрица будет переносить в обратную сторону. Ну и поэтому, значит, это можно просто взять и проверить. Ну и, соответственно, вы можете таким же образом попробовать связать коэффициенты переноса слева и справа с коэффициентами переноса, значит, как бы слева направо и коэффициенты пропускания, коэффициент отражения слева направо и коэффициент отражения справа налево.
Если барьер симметричный, то тогда вы можете, опять же, проверить, что просто вот та формула, которую мы получили, она сведется вот к этой формуле. Или максимум, что, может быть, нужно воспользоваться, а может быть, мы этим здесь как бы где-то и воспользовались, это требованием унимодулярности матрицы переноса. Теперь, да, есть ли вопросы вот по этому кусочку? Понятно, все. Как бы, значит, нету пространственной симметрии, ничего страшного, попробуйте ту симметрию, которая остается. Вот инверсия времени. Инверсия времени, она работает хорошо. Она все равно вам даст еще два дополнительных условия, и вы сможете восстановить матрицу переноса. Теперь давайте обсудим, Руслан, ваш вопрос о том, а можно ли измерить фазу, ну, либо коэффициента пропускания, либо коэффициента отражения, ну, в каком-то таком гипотетическом эксперименте. Как бы можно ли как-то было бы это сделать? Ну, вот, например, если эксперимент оптический, там, значит, можно думать также, там, не знаю, сделать с электроном, но вот просто если вы умеете измерять коэффициент отражения, пусть даже по модулю от чего-то или... Интерференции можно, наверное, какую-нибудь. Да, это правильно. Я думаю, что самый простой способ, который может быть, но я такую схемку нарисую, значит, вот у вас есть барьер, который вы не знаете какой, а вот к нему вы, где удобно, ну, например, гипотетически просто рядом, приделываете барьер, про который вы все знаете. Например, идеальное зеркало. И тогда вы можете померить, и это, наверное, не очень сложно, интерференцию луча, который упал и отразился отсюда, с лучом, который отразился отсюда. И вы можете померить разность фаз. Тогда вы можете восстановить относительную фазу коэффициента отражения, ну, значит, коэффициента отражения от того слоя, который вас интересует. В реальности, конечно, эксперимент такой довольно трудоемкий, но так можно делать. Если кому-то очень нужно, это умеют делать. Иногда умеют делать еще более хитрую вещь, иногда умеют за барьером поставить еще какой-нибудь один барьер с известным коэффициентом отражения и померить коэффициент отражения с тем барьером и без этого барьера. И тогда тоже можно сделать соответствующий интерференционный, значит, анализ. Он просто будет немножко более громоздкий, потому что нужно там учесть то, что волны ходят туда-сюда. Но, в принципе, это тоже возможно. Поэтому вот утверждение такое, что действительно, значит, коэффициент отражения или коэффициент пропускания, ну, то же самое. Можно, значит, взять и померить, как бы вы можете померить пропускание условно вот сюда, а вы можете померить пропускание вот сюда и интерференцию этих двух. Значит, и то же самое, можно восстановить фазу. Поэтому фаза и коэффициенты отражения, и коэффициенты пропускания, они, конечно, восстанавливаются. Есть еще там более общие соображения в теории рассеяния. Может быть, вы знаете, что вообще фаза рассеяния, по крайней мере, для упругого рассеяния вообще определяют все. Поэтому, значит, есть еще некоторая связь между там, может быть, ну, до определенной степени есть связь между модулем, там, коэффициентом пропускания отражений и их фазами, но это уже более тонкая вещь. Есть ли вопросы? Ну, если вопросов нет, то давайте теперь перейдем к более сложной ситуации. Вот мы рассмотрели структуру, в которой есть просто один барьер, и теперь для каждого любого конкретного барьера мы можем, соответственно, написать матрицу переноса через этот барьер. Нам это не сложно. Теперь следующая ситуация. С одним барьером разобрались, но будем разбираться с двумя барьерами. Двухбарьерная структура. Ну и я начну с самой простой, самой классической постановки задачи, когда у меня есть просто, как говорят, полость или резонатор, ну или микрорезонатор, или квантовая яма. Значит, я вот все эти слова напишу. Полость, резонатор, микрорезонатор, квантовая яма. Значит, что это такое? Вот давайте возьмем два барьера.
и еще один барьер. И мы будем рассматривать состояния, которые находятся, ну или волны, которые бегают вот между этими барьерами, туда-сюда. Пусть среда, которая между этими барьерами, характеризуется матрицей переноса Т. Вот матрица переноса Т, она переносит от одного барьера до другого. Это бесконечно высокие, да, барьеры? То есть только там рассматриваем. А про барьеры я ничего не знаю. Я про барьер только знаю коэффициент отражения. Коэффициент отражения от барьера R. Я не хочу сейчас рассматривать ситуацию разных барьеров. Можно было рассмотреть бы асимметричную структуру. Но пусть структура симметричная, значит, барьеры одинаковые. Ну, в том смысле, что как бы левый и правый получаются отражением друг от друга. И вот есть коэффициент отражения R от барьера. Коэффициент Извините. Да, коэффициент пропускания, ну, какой есть, такой есть. Если R по модулю равно единице, значит, барьер бесконечный, ничего за барьер не проходит. Если R по модулю не равно единице, тоже ничего страшного. Ну, что-то, значит, выходит из этого вот резонатора, из этой полости. Она может быть вполне не идеальна. А среда прозрачная? Вы имеете в виду прослойка между ними? Да. Посередине. Ну, какая есть? Пока общая матрица переноса Т. Сейчас, но вот матрица переноса у нас же не включает поглощение средой, правильно? Ну, в этом смысле не включает. Поглощение средой не включает. Нет. Пусть матрица переноса, пусть среда нормальная. И как бы не поглощающая, не усиливающая. Вы можете, если хотите, это несложно все, взять однородную среду и, например, учесть поглощение в ней. Ну, заменив волновой вектор на соответствующий, значит, комплексный. Единственное, что нужно правильно написать знак комплексной части, знак мнимой части для волны, которая бежит в одну сторону, и для волны, которая бежит в другую сторону. Но это легко сообразить, значит, как тогда будет. Вот, пожалуйста, двухбарьерная структура. Матрица переноса Т. И меня интересует, ну, если угодно, то, что называется собственными модами в структуре. То есть стационарные решения как бы внутри этой системы, которые, ну что ли, самосогласованные. Вот поле бегает туда-сюда, отражается и так вот там и находится. Как мне написать уравнение на собственные моды системы, если я знаю коэффициент отражения от вот, барьеров, от зеркал и матрицу переноса через то, что находится между этими самыми зеркалами. За что здесь собственные моды? Это квазисобственные? Ну, это какое-то распределение поля, стационарное внутри. Ну, не может же как быть здесь стационарное? У нас же будет уходить излучение это. Ну, через... а это должно как-то само получиться. Вот смотрите, у вас есть какой-то резонатор. Мы не знаем пока какой. Вот есть какие-то барьеры, какие-то зеркала. Вы туда запустили, условно, фотон или электрон. Этот электрон бегает и, может быть, уходит оттуда. И я хочу вот эти состояния научиться находить. И, соответственно, хочу научиться находить условия, когда эти состояния будут стационарными, находить условия, когда эти состояния будут квазистационарными, может быть, даже находить затухание этих состояний, если они квазистационарные. Вот как мне сформулировать задачу на собственные моды вот в таком виде? Не в виде решения уравнения Шрёдингера, как ну, вы делаете обычно на квантовой механике. Да? Вот есть какой-то потенциал, ну или если мы решаем электродинамическую задачу, есть какое-то распределение показателя преломления или диэлектрической проницаемости, ну и вы пишете уравнение H-пси равно E-пси, или вы пишете уравнение, соответствующее Максвеллу на поля. А я вот этого ничего не хочу делать. Я знаю только матрицу переноса и коэффициенты отражения. Как мне написать, ну, аналогичное, что ли, уравнение на собственные моды? Ну, кажется, что если состояние стационарное, то из барьеров ничего не выходит, и получается... Два условия, что слева. А справа, я не хочу думать, что происходит за барьерами. Конечно, в реальной физической системе мы, наоборот, у нас не бывает черных ящиков, и мы смотрим обычно на то, что выходит из системы, там, как выходит излучение из резонатора и так далее. Но, значит, вот формально в постановочной части удобнее, ну, что ли, ставить задачу таким образом. Давайте я попробую тогда уже. Ну, какие-то соображения высказывать. Поток частиц, наверное, на стенке ноль. А я не уверен, что у нас всегда будут получаться, например, стационарные состояния. Может быть, они будут получаться нестационарные. В общем, я хотел бы получить какое-то уравнение, ну, что ли, вот на собственные моды. Если у этого уравнения есть решение, значит, будут стационарные состояния. Если решения нету, то тогда, значит, соответствующие состояния, может быть, будут действительно нестационарными.
как мне вот формулировать такую задачу? Как мне эту задачу теперь формализовать? Ну, если мы работаем на языке матрицы переноса, то, наверное, надо написать матрицу переноса, наверное, типа вправо, влево, ну, как бы обратно, вот такой зацикл, и поискать ее собственные числа. Ну, так, конечно, можно сделать, но можно проще. Смотрите, давайте я скажу так. Вот сейчас, ну, будет некоторый волюнтаризм. Ну, например, я скажу так. Пусть у меня вот на этот барьер сюда падает волна единичной амплитуды. Поскольку у нас задача линейная, принцип суперпозиции есть, общая амплитуда волновой функции, общий как бы нормировочный множитель меня не интересует. Тогда я точно знаю, поскольку коэффициент отражения от барьера R, что вот сюда у меня отразится волна амплитуды R. Так? Дальше эта волна распространится через слой, и сюда она прилетит с какой-то неизвестной мне амплитудой А. Так? Согласны? Какая это амплитуда, я не знаю. Мы ее будем сейчас находить. Но что я точно знаю, что эта волна отразится с амплитудой А умножить на R. Потому что коэффициент отражения этого самого барьера – это просто R. Тогда уравнение на собственные моды пишется очень легко. Вот если у меня есть матрица переноса T через то, что стоит внутри, налетает на нашу прослойку между зеркалами поля R1, а проходит А умножить на R. Согласны с этим уравнением? И это я ничего особенного не сделал, я просто, значит, сформулировал уравнение того, что вот у меня внутри нашего резонатора, внутри нашей полости есть какое-то стационарное распределение поля. Вот эта единица, это нормировочный множитель. Мы могли бы его обозначить буквой N там, или корень из N, как мы хотим. А букву А мы сейчас будем найти и будем искать. Ну, или точнее, мы скажем так. Давайте, Михаил Михайлович, под стационарным полем. Вот если есть отражение, оно же никогда не будет стационарным или будет? Ну, хорошо. Вот представьте себе, что у вас эти барьеры бесконечно высокие. Два зеркала идеальные. Коэффициент отражения по абсолютной величине – единица. Так? Тогда у вас в этом резонаторе должны быть собственные моды. Ну, в оптике это называется модами Фабри-Перо, значит, в электронике, в квантовой механике это просто собственные состояния вот электронов в такой потенциальной яме с бесконечными барьерами. Согласны? Да, если R не равно единице, я не понимаю смысла этого уравнения. А вот тогда, вот мы сейчас попробуем понять этот смысл этого. Ну, вы правильно все говорите? Все правильно? Все так и есть? Давайте, смотрите, мы пока ломимся... Ну, не то чтобы в открытую дверь, но пока мы пытаемся делать формально. Если мы не знаем, как решать задачу, давайте вот решать ее честно. Значит, не знаете, как решать задачу какую-то, пишите уравнение Шрёдингера. Но в данном случае не уравнение Шрёдингера, а в данном случае вот уравнение на матрицу переноса. Вот я это написал. Ну и, конечно, эту букву А, которая у меня вот здесь есть, и которую мы не знаем, я ее могу исключить. Значит, и я могу получить, ну, как бы такое уравнение. Значит, смотрите, просто что я сделаю. Я напишу так, t1,1 на r плюс t1,2 равно a, t2,1 на r плюс t2,2 равно a умножить на r, ну и просто разделю одно на другое. Значит, то есть t1,1 на r плюс t1,2, t2,1 на r плюс t2,2 равно единице на r. Теперь можно задать себе временно вопрос, а на что это уравнение, на какие буквы это уравнение? Потому что пока мы получили ну, какое-то соотношение, и пока непонятно, может быть, на что. Но тут я хочу обратить ваше внимание на следующее, что вот все параметры, которые сюда входят, элементы матрицы переноса, t и gt, коэффициент отражения r, это все функции энергии частицы или частоты волны, что одно и то же. Или частоты. И поэтому в общем случае вот то уравнение, которое мы получили, вот это вот желтое уравнение, это уравнение, ну как бы дисперсионное уравнение, это уравнение дает нам собственные энергии. Е, набор каких-то собственных энергий, вот при котором это уравнение выполняется, эти энергии соответствуют стационарным состояниям системы.
Если таких решений нет, значит, стационарных состояний нет. Иллюстрации самой вообще простой ситуации, которая может быть, и вы меня к ней все время клоните, это ситуация, когда слой, через который вот осуществляется здесь перенос, который здесь стоит, что это просто однородный слой, тогда что у меня есть? И пусть толщина этого слоя L, тогда матрица переноса T через этот слой, это есть E в степени ИКЛ 0, 0, Е в степени минус ИКЛ. И К, конечно, есть функция энергии. Ну, например, если просто это у нас есть как бы квантовая яма, я напомню, что К – это корень из 2 соответствующие эффективные массы энергия поделить на h квадрат. Ну и тогда вот это вот уравнение, на, как бы, да, собственно, на стационарные состояния, оно переписывается в очень простом виде. Значит, Т2,1 и Т1,2 отсутствуют, а Т1,1 поделить на Т2,2 – это есть просто Е в степени 2 и КЛ. То есть Е в степени 2 и КЛ равно, ну вот есть одна единица на R здесь, и второе R придет вот от множителя, который при Т1,1, значит, единица на R квадрат. Вот для структуры с однородным слоем получается вот так. Ну, в частности, если барьер непроницаемый, тогда R по модулю равно единице, тогда R я могу написать так, что это есть E в степени и дельта, а дельта вещественная, это какая-то фаза коэффициента отражения. И тогда это условие E в степени 2 и КЛ, оно просто равно E в степени минус 2 и дельта. Ну и, соответственно, значит, КЛ это есть π на значит, давайте так я напишу аккуратнее просто, в общем случае, чтобы было хорошо и не задумываясь. Тогда 2ИКЛ плюс, спокойно, И можно убрать, извините, 2КЛ плюс дельта, вот так вот, равно π на целое число. Согласны? И вот это условие говорит о том, что у вас между вашими зеркалами укладывается там целое число полуволн. Это обычное условие, как бы резонансное, вот которое тут есть. Понятно, как оно было получено? Только, наверное, не сейчас. 2КЛ, 2π на n, извините. Вот 2π на n, и n целое. Не натуральное, а целое. Ну, то есть, ну это, пожалуйста, да. Ну, давайте так, для общности. Я согласен. Не буду я сейчас мелочиться. Пусть n просто целое, да. Я согласен, так будет лучше. Сейчас, то есть, как бы у нас может быть стационарное состояние, случай, даже когда у нас... Смотрите, есть... барьер непроницаемый, еще раз. Руслан, вот что. Это барьер непроницаемый. А выше. То есть для проницаемого же тоже существует уравнение на собственное состояние. Видимо, оно имеет решение. Сейчас. Давайте не будем спешить. Последовательно. Что такое барьер непроницаемый? Это означает, что коэффициент пропускания через этот барьер равен нулю. Так? Все понятно, с бесконечной высотой. Нет, этот барьер может быть конечной высоты. При заданной энергии. Ну, давайте я сейчас нарисую. При заданной энергии вы имеете в виду, он будет без, с коэффициентом... вот у меня какое-нибудь понимание. Да. Я сейчас перерисую это, как будто это у нас электронная задача. Вот V от Z. Вот у меня есть наша потенциальная яма. Вот это вот барьеры наши. Пусть они конечные.
Но, значит, они характеризуются, естественно, коэффициентом отражения. Вот сюда падает волна единичной амплитуды, отлетает волна с амплитудой R. При энергиях, вот если высота этого барьера VB, то если энергия меньше, чем VB, тогда коэффициент отражения от этого барьера по модулю равен единице, а коэффициент пропускания, естественно, равен нулю, что по модулю, что без модуля. Согласны? Наверное, да. Ну, ничего не проходит. Все волны, которые тогда есть при этой энергии, они затухающие. Угу. Физически что это означает? Физически это означает следующее, что поле, конечно, проникает внутрь барьера, поэтому сам коэффициент отражения, он не обязательно вещественный равен единице там, или вещественный равен минус единице. Поэтому вот у него есть какая-то фаза дельта, которая условно говорит то, насколько поле проникает внутрь барьера. Ну, как будто у нас яма на самом деле немножко шире, чем вот эти стенки. Ну и вот, пожалуйста, вот все, барьер при этих энергиях непроницаемый. Если у вас энергия больше, чем высота барьера, тогда, извините, ваше поле просвистывает над барьером, насколько может. Тогда R по модулю меньше единицы. Тогда, смотрите, тогда условие такое, E в степени 2 и KL равно R в минус 2. Значит, формально это уравнение имеет решение при мнимой части k, не равной нулю. Ну, потому что я напишу просто модуль этого выражения. Для начала я приравняю модули. Если у меня один модуль отличается от единицы, это означает, что экспонента должна содержать как бы не только фазу, значит, она должна быть по существу экспонентой. Согласны? Вроде да. Ну, это понятно. Ну, а если вот тогда я посмотрю сюда, что k и энергия, они связаны, то мнимая часть у k соответствует наличию какой-то мнимой части у энергии частицы. А это мы знаем, что такое. Если у меня у энергии появляется мнимая часть, это какое-то затухание. И вот это вот то, что называют квазистационарными состояниями. Вы можете решить уравнение на матрицу переноса. Вот вы можете получить уравнение, которое связывает вам k и коэффициент отражения r. Вы можете переписать это уравнение как уравнение какое-то сложное. Значит, трансцендентное, в общем случае, уравнение на энергию. И если коэффициент отражения R у вас не равен по модулю единицы, то решений с вещественной энергией нету, но есть решение, где мнимая часть волнового вектора не равна нулю, ну и, соответственно, мнимая часть энергии не равна нулю. Такие решения, как бы они затухают, и соответствующие состояния называются квазистационарными. Ну, при естественном условии, что мнимая часть энергии много меньше, чем вещественная часть энергии. И вот это то, что вы хотите. Если барьеры немножко проницаемые, мы туда вбросили волну или вбросили туда частицу, между этими барьерами в основном эта частица ходит туда-сюда, отражается, но с некоторой вероятностью она протуннелирует через эти барьеры и куда-то уходит. И вот мнимая часть энергии говорит о том, с какой скоростью, значит, частица, вот это состояние, которое находится между барьерами, распадется. Так, примерно качественная картина понятна того, что я описал? Просто непонятно было, чего так это неоднозначно в самом начале говорили. Это в самом начале было понятно вроде бы, что... Ну, так замечательно. Это же хорошо, что вы ведете себя умнее, чем я. Это же правильно. Ну хорошо. А теперь вот еще один вариант. Тоже двухбарьерная структура. Но теперь эта задача уже не о полости в микрорезонаторе или квантовой яме, а задача про туннелирование. И это, наверное, одна из самых важных вообще задач, как бы в физике твердого тела. Ну и с точки зрения фундаментальной физики, и с точки зрения, конечно, всяких применений. Вот двухбарьерная структура, резонансное туннелирование.
пусть у меня двухбарьерная структура, и пусть для простоты, вот я не хочу сейчас, значит, заморачиваться, все ответы будут, значит, аналогичные. Пусть у меня есть двухбарьерная структура, есть один барьер, мы его назовем левым, с матрицей переноса TL. Потом есть какой-то слой ширины L со свободным распространением, и потом есть матрица переноса через, извините, через правый барьер. И меня интересует коэффициент пропускания через всю структуру. То есть меня интересует, ну или коэффициент, и коэффициент отражения в общем случае. То есть налетает волна единичной амплитуды, что-то отражается, R, и что-то проходит. Значит, отражается минус E к Z, проходит E в степени к Z. Как мне найти R и T? Ну, я понимаю, что я задаю простой. Последовательно T просто применить. Да, можно что сделать? Можно написать, что матрица переноса через двухбарьерную структуру, double barrier, это есть матрица переноса через левый барьер, матрица переноса через слой, которую мы знаем, E в степени KL 0, E в степени минус и KL, и матрица переноса через правый барьер. Вот это у нас есть полная матрица пропускания, полная матрица переноса. Но если мы знаем матрицу переноса, то, пользуясь общей формулой, мы можем восстановить коэффициент отражения. Ну, потому что вот мы получали с вами, да, значит, матрицу переноса, вот ее вид в общем случае, ну и коэффициент пропускания, коэффициент отражения, он просто выражается через элементы этой самой матрицы переноса. Поэтому, конечно, так можно поступить. Ну а давайте считать, что... Да, теперь вопрос, можно ли поступить как-то проще? Можно ли как-то проще найти коэффициент пропускания через всю структуру, если мы знаем коэффициенты пропускания и отражения от каждого барьера? То есть мы знаем, что, извините, вот левый барьер, он характеризуется коэффициентом пропускания TL и коэффициентом отражения RL, а правый барьер, он характеризуется коэффициентом пропускания TR и коэффициентом отражения RR. Могу ли я теперь как-то проще, вот не пользуясь общим видом матрицы переноса, могу ли я как-то проще написать коэффициент пропускания? Вы как бы их нарисовали независимо. Ну, я просто нарисовал, я знаю про этот барьер, вот про этот барьер, я знаю его коэффициенты пропускания и отражения, про этот барьер я знаю его коэффициенты пропускания и отражения. Ну, тут, наверное, ряд нужно записывать, многократное отражение, вы про это? Да, действительно, есть такой простой способ. Значит, мы говорим так. Егор, вы что-то хотели сказать? Ну, для пропускания же там, про произведение должно быть вроде бы сейчас. Нет, стоп, подождите, сейчас я что-то попутал. Ну вот действительно, Арслан предлагает такой разумный метод. Давайте просто, значит, посмотрим, какие могут быть процессы. Я сейчас эту картинку просто перерисую чуть-чуть, чтобы мне было проще. Значит, вот у меня есть один барьер, вот у меня есть второй барьер. Вот налетела волна. И самый простой процесс такой, вот она просто взяла и прошла. Тогда первый вклад в коэффициент пропускания двухбарьерной структуры, это просто есть два последовательных прохождения. Прошли через левый барьер, прошли через правый барьер. Согласны? Я думаю, что тут спорить невозможно. Следующий вариант. Смотрите, мы прошли через этот барьер. Через первый барьер всегда необходимо пройти. Потом мы долетели до второго барьера, до правого, отразились, прошли еще раз и вышли. Ну вот в первом случае еще, извините, я забыл добавить фазу E в степени ИК, L, просто то, что набежало между барьерами. Теперь вот вторая траектория, как она устроена. Через один барьер мы всегда прошли, E в степени ИКЛ мы всегда набрали, через
Дальше мы отразились от правого барьера. Дальше мы отразились, дальше мы прошли в обратную сторону, мы набрали еще раз фазу. Дальше мы отразились от левого барьера. Дальше мы еще раз прошли. И дальше мы вышли. ТР. Согласны? Каждый раз, когда мы проходим полость, неважно, вправо или влево, но у нас фаза набирается, Е в степени КЛ. Один раз коэффициент ТЛ есть всегда, потому что всегда мы должны войти в межбарьерную среду. Значит, есть коэффициент ТР, он тоже есть всегда, потому что мы должны выйти. И всегда есть вот эта фаза Е в степени КР, потому что один раз мы должны пройти. А дальше мы можем пройти сколько угодно раз туда и обратно. Поэтому в общем случае коэффициент пропускания, ну вот я должен просуммировать как бы все такие, что ли, квазиклассические траектории. Он будет равен ТЛТР, Е в степени ИКЛ умножить на... А дальше, смотрите, будет такая геометрическая прогрессия. Без переотражений, с как бы одним переотражением РРРЛ, Е в степени 2 ИКЛ. Либо мы можем то же самое сделать, но отразиться еще раз. Отразились сюда, сюда, и только потом вышли. Значит, RRRL 2, извините, 2 ИКЛ в квадрате. Плюс и так далее. Этих самых переотражений может быть сколько угодно. И вот тогда у нас получается в скобках просто геометрическая прогрессия. Я ее могу просуммировать. И окончательно коэффициент прохождения через двухбарьерную структуру, ДБ почему-то, он примет очень простой вид. Вот в числителе будет ТЛ, ТР, Е в степени ИКЛ, а в знаменателе будет единица минус первый член геометрической прогрессии РР, РЛ, Е в степени 2 ИКЛ. Вопросы? Да, понятно. Ну, действительно, это все, мне кажется, вполне понятно и вполне стандартно. Я думаю, что такие задачи вы все-таки в каком-то виде решали. Либо на оптике, либо на квантовой механике, либо еще где-то. Вот есть два барьера, и частица для того, чтобы пройти через всю эту структуру, она, значит, может пройти как бы без переотражений или с произвольным числом переотражений. Ну и, конечно, эту же формулу можно получить просто из матриц переноса. Вот, как я сказал, просто взять эти матрицы переноса и перемножить. Получится, естественно, ровно то же самое выражение. Никаких тут вариантов нет. Ну, дальше вот эту формулу, она, в принципе, уже удобная. Она уже, значит, много о чем говорит. Вот, например, такая небольшая отсылка к тому, что у нас было раньше. Пусть барьеры одинаковые, RR равно RL, тогда знаменатель, который здесь есть, это есть единица минус, и равно просто R, единица минус R квадрат 2 ИКЛ. И если я напишу, что этот знаменатель равен нулю, то вот это уравнение, оно в точности совпадет с уравнением на собственные моды в полости между барьерами. Вот уравнение, которое здесь теперь появилось на экране наверху. Е в степени 2 ИКЛ равно единице на R квадрат. Вот то же самое. Е в степени 2 ИКЛ равно единице на R квадрат. Ну и так и должно быть. В принципе, есть общая теорема. Она доказывается в квантовой теории, в квантовой статистике, что если у вас есть какая-то система линейная, у нее есть функция отклика, то полюса функции отклика должны соответствовать собственным состояниям системы. Ну, то же самое верно, конечно, и в классической механике. Вот самый простой пример – это резонанс. Значит, полюс амплитуды колебаний как бы как функции частоты вот дает вам резонансную частоту. Здесь то же самое. В данном случае в качестве функции отклика вот выступает коэффициент пропускания. Ну, дальше можно эти формулы как-то переписывать. Значит, например, можно сделать следующее. Можно написать, конечно, полный коэффициент пропускания t по модулю в квадрате. Значит, ну просто возвести по модулю в квадрате и числитель и знаменатель. Тогда фаза, которая стоит в числителе, она вообще будет несущественна. tl в квадрате, tr в
квадрате. Ну а знаменатель вы можете проверить, что его можно переписать вот в таком виде, просто он немножко более удобный, RL, RR, их произведение по модулю, и еще вот так в квадрате, плюс 4RR, RL, синус θ, где угол θ такой фиктивный, он вводится следующим образом. K на L плюс сумма фаз дельта L, дельта R пополам. Значит, R, L – это есть его модуль на соответствующую фазу. R, R – это есть его модуль на соответствующую фазу. И, извините, я потерял здесь квадрат, синус квадрат θ. Ну, вот это вы можете проверить. Это такой простой тригонометрической выкладкой, или как это, ну, просто возведение комплексного числа в квадрат, вот вам должно это все дать. Значит, я могу эту формулу еще переписать по-другому, но я, наверное, это не буду делать. Я обращу внимание на следующее, что если я буду изучать вот это выражение как функцию энергии частицы или как функцию частоты волны, то главная зависимость от частоты, как правило, она идет вот в волновом векторе k и, соответственно, вот в этой фазе θ. А сами абсолютные величины коэффициентов отражения и пропускания зависят от частоты значительно слабее. Это не всегда так. И вообще говоря, нужно писать общую формулу. Но, значит, такой случай понятен, что, значит, самое главное, ну вот в условиях интерференции, это чтобы у вас с фазами все было хорошо. А как там уже сложатся сами, что ли, модули, сами амплитуды, как бы вот вещественные, абсолютные значения амплитуд, это уже не так важно. Тогда максимумы коэффициента пропускания будут соответствовать тета равному, извините, не тета равному нулю, извините, синусу тета равному нулю. Тогда вот этот вот вклад в знаменателе, он обнуляется, его не будет, ну а останется что-то. И опять же, условие синус тета равное нулю можно проверить, оно соответствует вот тому условию, как бы на квазистационарные состояния в полости, которое мы только что получали, просто рассматривая задачу о резонаторе. Ну, это, естественно, одно и то же. Это мы минимизируем знаменатель, мы ищем, ну, формальное решение, когда знаменатель равен нулю. Ну и вблизи резонанса коэффициент пропускания t я могу представить тогда в таком виде. t равно гамма L гамма R, гамма L плюс гамма R пополам в квадрате, плюс E минус E0 в квадрате. E0 – это решение, которое соответствует синусу тета равного нулю. А соответствующие гаммы, они определены вот так. Ну, например, гамма Lt – это есть зависимость энергии от волнового вектора dE по dk, зависимость k от тета, ну и просто на t L по модулю в квадрате. Я просто что сделал? Я сказал так, что вот эти максимумы, они соответствуют каким максимумам коэффициента пропускания, они соответствуют нулям синуса тета, значит, они соответствуют каким-то значениям энергии. И давайте вблизи этой энергии разложимся. Ну что мы будем раскладываться при E равном E0? Что мы будем раскладываться условно при тета? Ой, извините. Что мы будем раскладываться условно при тета, значит, вот близком к пи умножить на целое число. Ну и вот вблизи резонанса тогда я могу все это разложить. Ну и, естественно, значит, у меня получится, что будет вот такая вот лоренцеобразная зависимость. Я просто пишу, вот я еще раз хочу, значит, может быть, здесь тогда написать, чтобы это вот было более четко. Вот здесь я вблизи резонанса пишу, что синус квадрат тета – это есть тета минус пи на целое число по модулю, пи на целое число в квадрате. Ну а дальше я просто тета выражаю через энергию и считаю, что у меня вблизи резонанса энергия меняется мало, изменение маленькое, ну и тогда вот так. Квадратичная зависимость от тета в знаменателе, она перерабатывается в квадратичную зависимость от энергии.
Ну и вот эта известная формула, которая описывает резонансное туннелирование. Совершенно, значит, замечательный эффект. Смотрите, у меня есть два барьера. И я изучаю коэффициент пропускания через эту двухбарьерную структуру как функцию энергии. Тогда при некоторой энергии E0, которая примерно соответствует условию, что между барьерами укладывается целое число полуволн, но более строго соответствует какому-то резонансному состоянию, значит, между, которое квазистационарно живет между этими барьерами. Коэффициент пропускания большой. Если я отхожу от этого условия, то коэффициент пропускания может быть какой-то. Ну вот при E равном E0, значит, коэффициент пропускания есть гамма L, гамма R, поделить на гамма L плюс гамма R в квадрате еще на 4. Ну и, например, при гамма L равном гамма R, когда барьеры симметричны, когда барьеры одинаковые, тогда коэффициент пропускания T от E0 вообще равен единице, независимо от того, насколько у вас толстые барьеры. Каждый барьер может пропускать очень плохо, но если вы ставите второй барьер и подбираете соответствующую энергию, то будет резонансное пропускание, соответствующее более-менее квазистационарному состоянию вот между этими барьерами. Ну и вот величина, которая здесь стоит, гамма L плюс гамма R пополам, это что ли есть затухание этого самого квазистационарного состояния, энергетическое уширение резонанса, значит, которое характеризует то, насколько плохо или насколько неплохо живет частица или волна между барьерами. Ну, естественно, в общем случае у вас этих резонансов может быть много, и тогда в коэффициенте пропускания будут наблюдаться соответствующие резонансные пики, ну вот, при разных энергиях. Ну, обычно в реальных структурах, там, например, с квантовыми ямами, вы можете наблюдать 1-2 резонансных пика. Если вы говорите про резонаторы Фабри-Перо, то, конечно, таких интерференционных пиков в резонансе может быть очень много. Друзья, есть ли вопросы? Я не знаю, вопросов я не вижу. Я надеюсь, что связь пока еще не потеряна. Ну, все нормально, продолжаем? Да. Ну и давайте тогда вот в качестве последнего нашего раздела на сегодня и в качестве последнего применения метода матриц переноса давайте теперь рассмотрим системы с произвольным числом барьеров, ну на самом деле периодические системы. Тут, конечно, можно было бы ну, просто разгуляться и рассмотреть массу разных ситуаций, и я хочу просто заострить ваше внимание на самые-самые простые вещи. Конечно, значит, могут быть разные детали, разные тонкости, но тем не менее, значит, вот я хочу просто, значит, рассмотреть самый-самый простой, ну и с другой стороны, в каком-то смысле весьма общий случай, когда у нас есть периодическая система, например, такая полупроводниковая сверхрешетка, когда вот у вас есть материалы, значит, А и материалы Б, и они чередуются, они расположены периодическим образом в пространстве. Ну или фотонный кристалл, где тоже показатель преломления или диэлектрическая проницаемость, значит, вот периодическим образом зависит от координаты. Значит, есть слой А, есть слой Б, между этими слоями есть свободное распространение. Пусть слой А характеризуется матрицей переноса через слой А, пусть слой Б характеризуется матрицей переноса через слой Б. Пусть период структуры, ну, толщина этого слоя какая-то А, толщина этого слоя, извините, Б. А период структуры D, это есть А плюс Б. Ну и меня интересуют волны
ну или частицы, квазичастицы, которые распространяются вот вдоль оси такой структуры. Как мне написать, и вот этим мы сейчас займемся, написать, что ли, дисперсионное соотношение? Как мне определить, значит, дисперсию волн, которые распространяются в такой системе? Ну, что я для этого сделаю? Я замечу следующее, что если у меня есть волновая функция фи, как функция координаты, то имеет место теорема Блоха. И теорема Блоха говорит о следующем. Ее можно формулировать по-разному, но вот сегодня я ее сформулирую в таком виде. Я скажу следующее, что при трансляции, при параллельном переносе, волновая функция умножается на просто фазовый множитель, который можно записать следующим образом. Значит, φ от z плюс d, это есть φ от z умножить на блоховский множитель e в степени i k большое d. Значит, d – это период структуры, а k – это как бы квазиволновой или блоховский волновой вектор. Вы можете проверить, что вот это утверждение, оно в точности эквивалентно тому, что φ от z я пишу в виде e в степени i k большое z на периодическую функцию u k t от z. U k t от z плюс d – это есть u k t от z. Ну, действительно, если я возьму блоховскую функцию, возьму в ней z, к z добавлю d плюс d, тогда в экспоненте у меня вылезет e в степени, добавится e в степени kd, а блоховская амплитуда не поменяется. Поэтому вот эта вот формула, она просто следует из теоремы Блоха напрямую. Так, согласны? Да. Ну, прекрасно. А как тогда мне теорему Блоха переписать, ну что ли, в терминах матрицы переноса Т? Вот у меня есть матрица переноса через как бы два слоя. Т через период Д, которая есть Т, А. Сначала прошли через слой А, потом ТБ, прошли через слой Б. Ну и как мне написать матрицу переноса в таком случае? Что она как-то через пустое пространство? Точнее, как мне написать типа теорему Блоха? Вот матрица переноса пока задана. Как мне сформулировать теорему Блоха? Не понимаю, что значит сформулировать. Она сформулирована или как доказать при помощи матриц переноса? Нет, теорему Блоха мы знаем, мы ее доказали 1000 раз, не надо доказывать ее. Я хочу теперь сформулировать теорему Блоха не в терминах волновой функции, которую я, может быть, никогда не буду знать, а в терминах матрицы переноса. Я хочу научиться писать дисперсионные уравнения, зависимость на условной энергии от волнового вектора, значит, зная только матрицу переноса через систему. Как мне это сделать? Нам нужно, чтобы волна не затухала, поэтому должно быть какое-то условие на это. Сейчас надо подумать. Вот, смотрите, условие на волновую функцию уже есть. Фи от z плюс d равно фи от z на e в степени и kd. Может быть, что-то типа td в какой-то степени равно td помножить на фазу. Ну так, а недостаточно мне для этого просто принести через один период? Что ну, да, если, да, да. Я, может, если я беру какой-то столбец, там, пси, который мы переносим, или фи, вот выбор базиса здесь не важен, вы можете это проверить, действую матрицей переноса через период, я, конечно, должен получить e в степени и kd, вот эту самую штуку, на тот же самый столбец пси. От того, что я перешел через период, максимум, что у меня произошло, у меня все волновые функции умножились на соответствующие фазовые множители. Ну вот проще всего это сделать в базисе, когда столбец, который мы переносим, он пропорционален нашей функции и ее производной. Ну тогда понятно, что я просто сдвинулся, у меня что функция, значит, сдвинулась, что производная сдвинулась. Значит, в другом базисе можно посмотреть, так это или не так, но конечное выражение будет у нас сейчас правильное, оно будет работать в любом базисе. Ну теперь смотрите, что я сделаю. Значит, у меня матрица переноса
какая-то, я ее пока не знаю. У нее есть матричные элементы. Т1,1 пси верхний плюс Т1,2 пси нижний равно Е в степени ИКД пси верхний, Т2,1 пси верхний плюс Т2,2 пси нижний, Е в степени ИКД пси. И теперь мне нужно просто написать условия разрешимости этой системы. А условия разрешимости этой системы – это есть условие того, что определитель соответствующей матрицы равен единице. Ну и вы можете проверить легко. Это можно либо сделать в лоб, либо как угодно, что отсюда следует такое условие. Косинус k на d – это есть t1,1 плюс t2,2 пополам. Очень простое дисперсионное соотношение. И оно работает в любом базисе. Что в базисе волн, бегущих вперед и назад, что в базисе волн, которые, вот как я сказал, где, значит, в качестве того, что переносится, это есть фи и производная фи по координате. Если вы знаете элементы матрицы переноса, вы знаете, значит, то, как у вас устроена дальше дисперсия. Я опять же напоминаю, что элементы матрицы переноса, вот что здесь важно всегда помнить, что Т и Т же Т, они зависят от энергии системы. Поэтому это уравнение, оно в неявном виде дает вам зависимость энергии от квазиволнового вектора К. Значит, знаете матрицу переноса, знаете коэффициенты этой самой матрицы Т1,1, Т2,2. Ну и, соответственно, знаете дисперсию вашего электрона или вашего света в интересующей вас структуре. Друзья, есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, я думаю, что если вопросов больше нету, то последнее, про что я хотел буквально сказать два слова, это то, как метод матриц переноса может применяться, ну вот, не для таких электронных задач, а для задач, связанных с фотоникой. Значит, для задач, связанных с распространением электромагнитного поля в оптических сверхрешетках, ну и, соответственно, значит, в одномерных фотонных кристаллах. Ну вот, это последний, значит, маленький, коротенький сюжет, который у нас сегодня будет. Я не хочу тут, опять же, вдаваться во много деталей. Я просто хочу сказать, хочу показать, точнее, как удобно формулировать задачу для матрицы переноса в этом случае. В чем сложность? В чем как бы единственная такая засада, которая, с которой мы встречаемся, если вот мы хотим изучать распространение волн в распространение электромагнитных волн в системах. Неважно, это системы периодические или это вот действительно фотонные кристаллы. Значит, сложность заключается в том, что поля обладают векторной структурой. Значит, нужно помнить, что у нас есть вектор Е. Так, сейчас, одну секунду. Мне тут нужно некоторое действие сделать. Одну секундочку. Все, извините. Согнали собаку с дивана. Так, продолжаем. Значит, сложность, которая есть, заключается в том, что поля, значит, векторные, что в общем случае есть вектор Е,
электрического поля. Ну, а на самом деле, если мы описываем какую-то распространение полей в среде, то вектора Е недостаточно, и нужно еще оперировать вектором D. Значит, вектор Е – это напряженность электрического поля, а вектор D – это индукция поля. Значит, ну вот в изотропных системах мы знаем, что D – это есть эпсилон Е. Граничные условия, естественно, устроены очень просто. Если у меня есть граница двух диэлектриков, пусть никаких пока токов на интерфейсах не возникает, то тогда, значит, тангенциальные компоненты электрического поля на границе двух сред равны, значит, компоненты вектора E вдоль интерфейса, а наоборот, нормальные компоненты и равны нормальные компоненты векторов D. Ну, и это было бы не самое сложное. Ну, казалось бы, ладно, вот какие-то чуть более сложные поля. На самом деле вся эта вот векторная сложность, вся эта векторная хитрость, она приводит вот к чему. Как вы знаете, электромагнитное поле поперечное. Поэтому если среда не магнитная, то вообще говоря, три вектора, волновой вектор К, индукция поля D и магнитное поле B. Я не различаю в данном случае, конечно, напряженность и индукцию магнитного поля, или, как говорят, интенсивность иногда магнитного поля. В общем, что вот эти все три величины, они взаимно перпендикулярны. И это условие поперечности поля. К чему это приводит? Какое, как бы, главное последствие из этого? Последствие такое, что теперь при заданном волновом векторе у вас есть какие-то определенные поляризации поля. Поле не может быть направлено абы как. Ну и вот, значит, удобно рассматривать для изотропных систем. Если система анизотропная, то приходится пользоваться матрицей переноса, которая учитывает все, что нужно. Она учитывает, значит, все ненулевые компоненты векторов D и E. Но если система у нас, каждый слой у нас изотропный, то тогда можно сделать просто. Вот пусть у нас есть какой-то одномерный кристалл фотонный или какая-то одномерная система, где показатель преломления меняется в зависимости от координаты Z. И вот пусть это ось X. Ну а ось Y, значит, куда-то смотрит, чтобы соблюсти правильную тройку векторов. Ну вот у нас есть какие-то слои, я, значит, их попробую сейчас как-то качественно нарисовать. Вот один слой, вот другой слой, вот снова. На самом деле сейчас не принципиально эта система трансляционная, инвариантная или нет. Мне сейчас важен принципиальный вопрос выбора поляризации. И вот давайте считать, что свет распространяется, как говорят, в плоскости xz. Вот волновой вектор k, он имеет не нулевые компоненты kx, kz, а ky равно нулю. В изотропной системе я всегда могу просто оси обозначить таким образом, чтобы вот у меня так было. Ось z у нас выделена, это ось, вдоль которой что-то меняется, а в плоскости xy я могу всегда повернуть так, чтобы вот волновой вектор лежал, как бы имел какую-то ненулевую компоненту, только kx. Значит, xz – плоскость падения. Ну а тогда, как вы понимаете, возможны две поляризации света. Я думаю, что многие из вас это проходили либо на какой-нибудь электродинамике сплошных сред, либо на фотонике. Одна поляризация называется S-поляризация, в которой электрическое поле E перпендикулярно плоскости падения, то есть вектор E параллелен Y. Для вектора K, наверное, лучше дать Kx0. Kz, да? Ой, да, извините, конечно, конечно, извините. Это я просто немножко отвлекся. И, значит, Kx0 Kz. Ky равно нулю. Конечно, Ky равно нулю.
Вот S-поляризация, значит, электрическое поле, оно смотрит либо на нас, либо за доску. Тогда все просто. Тогда в качестве столбца, который мы переносим, который удовлетворяет соответствующим удобным граничным условиям, это есть, естественно, само электрическое поле, оно непрерывно. Но и смотрите, в этой геометрии dEy по dz она пропорциональна bx. И эта величина тоже непрерывна. Магнитное поле в плоскости интерфейсов не рвется, если среды не магнитны. Поэтому в качестве столбца, который я могу использовать для матрицы переноса, я могу использовать столбец, в котором, значит, одна компонента – это просто EY от Z, а вторая компонента, ну вот как у нас раньше было, нормированная на какой-то волновой вектор, значит, dEy по dz. В граничном условии как бы коэффициент равен единице. Непрерывно и электрическое поле, и непрерывно его вот это производное. Вот S-поляризация, она такая простая. Ну а вот с P-поляризацией ситуация, конечно, чуть-чуть хитрее. Значит, что такое P-поляризация? Значит, в P-поляризации электрическое поле по-прежнему перпендикулярно волновому вектору k, потому что d и e, они параллельны. D – это есть эпсилон e, значит, d и e параллельны, в нашем случае это не важно. Значит, но электрическое поле лежит в плоскости падения. Вот электрическое поле осциллирует как-то вот так. Вот это вот P-поляризация. И, конечно, в P-поляризации работать с электрическим полем сложно, ну, потому что, значит, угол падения какой-то. Есть две компоненты электрического поля, условно, EX и EY. Значит, E перпендикулярно K, но E все равно лежит в плоскости падения. E при этом лежит в плоскости падения. И работать тогда с электрическим полем очень неудобно. Но при этом, что хорошо? Хорошо то, что магнитное поле параллельно оси Y. Иногда S-поляризацию называют еще TE-поляризацией. Значит, электрическое поле перпендикулярно плоскости падения. А P-поляризацию называют TM-поляризацией, потому что магнитное поле пропорционально плоскости падения. Ну и, конечно, BY непрерывно. Это хорошо. Ну, ограниченные условия на производную магнитного поля я могу, значит, получить из следующего выражения. Я замечу, что ротор B – это есть единица на C dd по dt. Поэтому, значит, непрерывность непрерывность тангенциальных компонент электрического поля приведет к тому, что тангенциальные компоненты вектора D рвутся с множителем единицы на эпсилон, ну а значит производные магнитного поля будут рваться с этим множителем единицы на эпсилон. Вот несложно убедиться в том, что в этом случае, значит, граничное условие будет такое. Единица на интерфейсе A и B, единица на эпсилон A, dBY по dz, значит, вот, как бы на границе, равно единице на эпсилон b dby по dz в слое b, это в слое a. Ну и тогда понятно, что столбец, который переносить удобно, записать вот для p-поляризации или для tm-поляризации следующим образом. Само магнитное поле, которое непрерывно, а здесь стоит, вот нормируем на единица на ka dby по dz, но в качестве множителя войдет, значит, то, что будет зависеть граничным условием. Эпсилон а поделить на эпсилон, ну вот в том слое, в котором мы живем.
После этого все задачи про распространение свет вот в таких вот одномерных фотонных кристаллах, вообще в системах, где показатели преломления просто зависят от какой-то одной координаты, вот задачи о распространении света в таких системах, они, конечно, после этого решаются уже тривиально. Они просто сводятся к электронным задачам. Все матрицы переноса, которые есть, они вот такие, как есть, как должно быть. Но эти матрицы переноса, значит, они действуют на соответствующие столбцы. Вот в S-поляризации столбец такой, значит, электрическое поле и просто его производное, нормированное на соответствующий волновой вектор. Ну а в P-поляризации хитрее. Значит, это магнитное поле и производное магнитного поля, нормированное на соответствующий волновой вектор. Ну и вот с таким вот множителем, который содержит эпсилоны, который учитывает непрерывность тангенциальных компонент электрического поля. Вопросы? Ну вот, я завершаю тогда эту часть про метод матриц переноса. Хочу сказать, что это, наверное, такой, ну, один из самых важных разделов физики низкоразмерных систем. Это вот умение решать задачи, которые связаны с описанием распространения волн и, значит, квазичастиц. Ну вот, в системах, в которых потенциал или показатель преломления зависит только от одной координаты. Тогда вот есть очень удобный метод, метод матриц переноса. Этот метод матриц переноса позволяет вам, значит, решать задачу более-менее автоматически. Не надо решать уравнение Шрёдингера, надо просто перемножать матрицы переноса через те или иные, значит, слои в структуре. После этого, если вы знаете матрицу переноса, вы знаете коэффициент пропускания и отражения, ну, соответственно, вы можете вычислять все наблюдаемые, и мы про это будем говорить уже на следующих лекциях, когда, например, будем изучать электрический ток в каких-нибудь там одномерных системах. Ну и наоборот, значит, если нам известны коэффициенты отражения и пропускания, мы можем найти матрицу переноса, ну и естественным образом тогда, значит, уже что-то с ней делать дальше, то, что нам будет нужно рассматривать уже более сложные системы. Есть ли вопросы? Понятно пока. Ну, собственно, тогда на сегодня более-менее все. Если больше вопросов нет, то давайте я остановлю уже демонстрацию экрана. Ну все, берегите себя. Постараемся встретиться в то же время в следующий понедельник. Всего самого доброго. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. До свидания.